Здравствуйте, уважаемые друзья! Я рада вас всех здесь сегодня приветствовать. И сегодня нас, наверное, объединила любовь к Анатолию Андреевичу Грахову. Если кто-то про него не знает, кто-то просто увидел анонс и пришел, вы его обязательно полюбите, когда я вам про нем чуть больше расскажу. Итак, что же такое Центр документации общественных организаций Свердловской области? Очень длинное название и не менее длинная история нашего архива. Нас знают как бывший партархив. Если вы бываете в центре, то за главпочтамтом вы видели такое высокое серое здание с надписью «Архив Пушкина 22». Это мы, это полностью наше здание, специализированное. Можете к нам заходить, с понедельника по пятницу мы всегда работаем. Немного расскажу о терминах, потому что, ну, кто специалисты, они об этом знают, а люди, которые не работали в архивах, вообще кто-то в архивах хоть раз был, вот кто сидит. Так, Катя, ты работаешь у нас, Катя, ты сотрудник. То есть, ну вот видите, поэтому сейчас немного подробнее остановлюсь на этом. Да? То есть все хранят дома фотографии, сейчас смартфон, цифровой фотоаппарат, но у кого-то остались старые снимки с советского времени, полароид 90-го, и они вот у вас хранятся все в фотоальбомах. Мы как архив, к сожалению, ну, вернее, с радостью мы бы также их хранили в альбомах, но мы не можем, у нас существуют правила. Поэтому для того, чтобы фотографии вот прошли такой долгий путь до полочки в архиве, на которой мы ее положим, мы должны их систематизировать, разобрать, отсортировать дубли, отсканировать негативы, потому что негативы, ну вот дальше вы увидите, мы не можем, вот просто ты взял негатив, посмотрел на лампу, ты ничего там не увидишь. Его нужно отсканировать, посмотреть, в каком он состоянии, что там вообще изображено, поставить на него дату, время, место. Сложная, длительная работа. Поэтому вот так вот выглядит конверт, в котором будет храниться фотография. И мы дальше ее разбираем. Матрешечка. Еще один конверт. И вот только вот так вот будет выглядеть фотография. То есть вот такой матрешке у нас сложены фотографии, и хранятся они в архиве именно так. По правилам, по температуре, по сохранности. То есть вот так, если вы придете к нам в архив, вам выведут именно вот, вот такую фотографию. Хранится она одна, то есть мы пачкой их не складываем, вот одна фотография. Вот так вот к нам поступили негативы из фонда не только Анатолия Андреевича Грахова, но и, в принципе, все негативы, которые у нас вот в архиве, они поступают именно вот так вот. Когда коллеги из музея спрашивали, вообще сколько у вас их хранится, я говорю, ну вы знаете, очень много. Потому что вот, вот здесь вот их мало достаточно, да? Вот здесь вот 150 негативов, я специально вам пересчитала. То есть в одном конверте 150 негативов. А если вы видите, вот 1500 написана цифра, это уже делала я пересчитала, у нас где-то почти 4000 таких конвертов, только конвертов. Если в каждом 150, кто-то, если быстро посчитает, это не я гуманитарий, а кто-то достанет калькулятор, то есть примерно 300 тысяч негативов у нас хранится. То есть вот это вот наследие Анатолия Андреевича. Действительно, он, насколько я помню, 30 лет был фотокорреспондентом ТАСС. Не знаю, сколько в день он делал. К сожалению, лично я с ним не была знакома. То есть я когда пришла работать в архив, мне уже вот просто показали фонд Грахова и сказали, ты с ним будешь работать. Я такая, хорошо, отлично. Не знаю, в принципе, еще специфики архивной работы, но получилось так, что Анатолий Андреевич для меня стал вообще проводником и учителем в архивной. Не только в архивной сфере, и в сфере фотоискусства. Вот, то есть вот они у нас негативы. Кстати, не зря лежат белые перчатки, потому что со всеми фотографиями и негативами мы работаем только в них. Домашние архивы у кого есть, ни в коем случае фотографии, негативы не берите голыми руками. Остаются следы, и, к сожалению, потом фотографии они будут разрушаться. Поэтому вот наши белые перчатки, то есть мы работаем в белых перчатках. Вот так вот негативы выглядят. Это подсветка. Подсветка не специализированная. Это у нас, так сказать, наша уже изыскательская работа была. Но вот так, когда мы включаем свет, мы можем уже увидеть, что здесь есть. Да? То есть примерно уже отсортировать. Это портреты, это промышленные здания, это виды города, это лирические снимки или вообще что у нас вообще здесь происходит. То есть вот видите, в середине негатив уже, к сожалению, вот такой вот с потерями, с утерями. Ну, такое, к сожалению, мы уже брать не будем. Вот так вот выглядит негативом. То есть есть еще такой термин, который я буду очень часто говорить, это описание архивных документов. Чтобы вы пришли к нам и нашли нужный вам негатив, например, вам нужен негатив центра города Екатеринбурга. Ну, как вы придете, да? То есть вы приходите в читальный зал и открываете такую вещь, как опись архивных документов, фотодокументов. Это, по сути, такая вот будет у вас таблица,
где перечислены фотодокументы, у них есть номера, у них есть авторство обязательно, и дата, и место съемок. То есть вот то, что мы делаем, это описание архивных документов, чтобы вы их нашли. Вот так вот выглядят документы. Кстати, уникальные снимки, на самом деле, вот в архивохранилище они у нас лежат вот так вот. То есть все вот эти тысячи наши. Вот как негатив будет выглядеть, когда вам его выдадут. Да? То есть у нас тоже матрешка. Один негатив в черную бумагу в конверт кладем. На конверте все выходные данные. Останавливаясь на... Это вот так вот, это в общем о нашей работе. Останавливаясь на фотографиях Анатолия Андреевича. Когда мои коллеги сказали: «Оль, ты можешь рассказать?» Я говорю: «Конечно, могу. А какая у нас будет тема?» И в процессе разговора среди вот этих фотографий, мы сидели вот там вот, у меня пришла такая мысль: лирика, лирика и систематизация. Я так сказала эту фразу и забыла про нее. А мне говорят: а вот оно, расскажи нам про лирические снимки. Потому что вот здесь вот больше официальные портреты, такие вот виды города, то есть официальная часть его работы. Но он очень любил снимать людей. То есть у него это очень хорошо получалось. Особенно девушек. Девушки, женщины вот, в творчестве Анатолия Андреевича занимают, мне кажется, главенствующую роль. Мы были знакомы с его женой. И когда мы приезжали к Валентине Ивановне домой, на Антона Валика, это тоже центр города, она, когда нас увидела, вот с Еленой Николаевной, с моей коллегой, мы ездили, она, когда нас увидела, и вот мы с ней поговорили, она к нам так привыкла, все. И такая говорит: вы знаете, вот Толя бы вас вот так сфотографировал. Вот, ну, прям, ну, вот, ну жалко, вот было у нее вот такое, что он очень любит фотографировать именно девушек. И вот многие из этих снимков, которые я вам сейчас показываю, они еще не вошли в фонд Анатолия Андреевича, но будут в дальнейшем описаны. То есть вот такая вот лирическая тема. Когда берешь его фотоснимки, я их делю так вот на, скажем так, на категории. То есть у нас есть пейзажи, у нас есть люди труда, а вот это я называю фотоэтюды. То есть вот он шел, сфотографировал. Отличный кадр, это Нижний Тагил. Это вот как раз негатив, как выглядит отсканированный негатив. Это именно негатив. Вот. То есть, ну, казалось бы, что такого, да, мужчина идет с ребенком. Но мы всегда можем придумать и додумать дальше. То есть, если в школе вот писали сочинение, всегда там бывает, приходишь в музей, тебе показывают картину, говорят, потом напиши по ней, а что ты на ней видишь? То есть, не рассказывая историю картины, мы должны дальше продолжить, да. И когда я работаю с фотоснимками, у меня именно такая история. То есть я начинаю дальше думать, а что там было. Потому что, чтобы назвать фотографию, ты должен примерно представлять, а что это такое, а что здесь происходит. Да? Вот. То есть портреты очень любим. То есть мы начинаем... Вот у Анатолия Андреевича, к сожалению, раз он работал в таком очень-очень-очень быстром темпе, он не всегда подписывал свои снимки. И для нас большая проблема угадать, да, к сожалению, угадать, это дата, это чем человек вообще занимался и так далее, и так далее. То есть мы обычно, когда мы предполагаем, мы ставим наши предположения в квадратные скобки. Как мы вообще определяем эпоху? Очень часто по одежде, по макияжу у женщин, то есть это все менялось, прически, это все можно отследить, то есть мы уже специалисты в некотором вроде в моде уже женской, мужской. Люди труда, тоже очень любимая тема у него, да, то есть и мы можем назвать, да, ну, наверное, вот эта вот женщина, она работает, наверное, на фабрике, предположим, детской игрушки, то есть вот таким вот изучением, такими темпами мы начинаем их называть. Когда-то нам становится немного проще, мы понимаем, что это часовых дел мастер. То есть иногда Анатолий Андреевич такой, ну вот это вот, наверное, оно, то есть нам он дал подсказки. Вывозили мы вот эти вот негативы от Валентины Ивановны просто машиной, папками и так далее, и так далее. То есть забирали. Последний раз мы с ней общались в 2019 году, к сожалению, 2020 год, все помним, что там пандемия, и вот узнали, что в прошлом году она умерла, очень жалко, что она не дожила до юбилея Анатолия Андреевича, потому что как только начался этот год, 300-летие Екатеринбурга, нам на самом деле стал поступать вал запросов с просьбами предоставить фотодокументы именно Анатолия Андреевича Грахова. Потому что настолько широкая тематика у него была, что он может иллюстрировать любую тему, особенно город. То есть если вы уже прошли по выставке, если нет, еще обязательно пройдите, посмотрите, как он любил и как он фотографировал наш город. А для меня, я на самом деле родилась и выросла в Нижнем Тагиле, сюда приехала позднее, и для меня Екатеринбург всегда был, ну вот там вот, город для тусовок студенческих, Екат, Екатеринбург, Ёбург, да. Когда я начала работать с фондом Анатолия Андреевича, он мне показал город Свердловск.
Свердловск я не знала. Ну, то есть родители, я помню, меня называли Екатеринбург, мы поедем в Свердловск. А так я город не знала, что он называется именно так, что он был таким. И для меня, да, было сложностью определенно определять какие-то места в городе, потому что, ну, раз я здесь не родилась и не выросла, то я этого не знаю. Обычно я брала кадр, шла к коллегам и по всему архиву начинала ходить и спрашивать, а кто-нибудь знает это место, а кто-нибудь узнает это место. Таким образом, весь архив подключился к моей работе. И на самом деле не только архив, потому что если вы придете к нам, возьмете описи и встретите довольно специфичные термины из сферы строительства, это значит, что помогал мне мой муж. Мой муж инженер. И поэтому, когда мы видим анкерно-угловые линии электропередач, это значит, это он мне здесь подсказал, потому что я ему такая, а что это такое? Я понимаю, что это линии электропередач. А как еще можно назвать? Он такой, такие-то. Я говорю, тем еще могу ГОСТ, СНИП и так далее сказать. Я говорю, нет, это уже лишнее. Но тем не менее, таким образом Анатолий Андреевич у нас просто семейный фотограф. И когда мне родители, например, звонят, а что ты делаешь? Я говорю, я разбираю фотографии Грахова, они такие. Все, мы поняли. То есть Оля постоянно вот в этом. И как раз в четвертом квартале я разбирала вот эти вот фотографии. То есть это буквально новые поступления. Это все новое, это еще не показанное. Тоже отличный, один из моих любимых кадров. Это строится Гальяно-Горбуновский массив в городе Нижний Тагил. Если кто-то был, видел. Вот, это оно. То есть видите, как он умеет поймать. Он умеет... Многие его обвиняли, что он делает постановочные кадры. Возможно, где-то он их и делал. Но вот так вот поймать людей, вот это подростки, то есть видно, что это где-то старшие, там, десятиклассники, может быть, они летом, может быть, решили заработать денег, такое было принято, это 80-е годы. Ну вот попробуй их заставь вот так вот встать и сказать, ребята, а давайте мы сейчас сфотографируемся, да, а вот встаньте мне... Нет, конечно, они не будут, они такие, дяденька, мы не будем так, да? То есть нужно поймать вот этот момент. Тем более снимал он на пленку, то есть это сейчас мы достали телефон, щелкнули, пошли, там цифровой фотоаппарат достали, щелкнули, пошли. У нас неограниченное количество кадров, хоть 5000 сделаем. Пленка ограниченная, тебе нужно сделать выдержку, то есть ты, пока ты не проявил вот в этой витрине, да, мы видим все эти предметы, которые использовались раньше, ну и сейчас, возможно, и сейчас можно на них работать, для проявления пленки. Пока ты ее не проявил, фотографию, ты не знаешь, что у тебя получится. То есть это всегда вот какое-то такое чудо и волшебство. Да? То есть, а он ухватил вот этот вот кадр. Все. А вот он поймал вот это вот. Поэтому ну, где-то вот такие постановки. Да, конечно, здесь он попросил, сядьте, разложите фотографии. Да? Но я бы не сказала, что это постановочные кадры. Тоже одна из моих любимых новых фотографий. То есть нужно было поймать девушку именно в парикмахерской, если кто-то помнит вот эти вот страшные там фены и так далее. Да? То есть здесь мы видим, и как она стрелки делает. И она вот, у нее и чулки красивые, и сумочка, и все, она готовится к выходу. Мы, в принципе, уже понимаем, что да, возможно, у нее свидание. Возможно, она пошла в театр. Не знаем. Но история какая-то за этим кадром есть. И тут же люди труда. Девушки, которые трудятся, девушки делают, по-моему, это деревянные панно такие делались из разных, так сказать, пород дерева. Вот, то есть это тоже кадр, скорее всего, с производства с какого-то, да. То есть не только девушек любил он снимать, очень любил животных. Кстати, животные у него тоже такую прям, если вы видите, там и медведь, и лось, и сорока. Сорока, кстати, у него, не знаю откуда она, но у него очень много кадров с этой сорокой есть, с разными девушками, но сорока тоже участвует. Казалось бы, простой кадр, но он тоже очень милый, классный, можно на него посмотреть. Тоже какая-то, видимо, история есть, скорее всего, либо путевой обходчик, возможно. Мы видим машину, мы можем уже где-то по датировкам уже понимать, какие это года. Вот этот вот кадр, тоже хочу на нем остановиться. Его можно на самом деле разглядывать бесконечно. То есть первое, что мы видим, собака, графин, а потом мы видим задний план, мы видим, что люди идут. Тоже нужно было, то есть вот собака, она привыкла вот так вот лежать, смотреть на улицу, да? То есть нужно было тоже ее подловить, нужно было знать, возможно, это где-то дом друзей или где-то вот он ее ухватил. То есть мы так погружаемся, и на самом деле видим несколько планов. Парадные портреты у него тоже были, то есть да, это парадный портрет, вот такой вот он есть. Каким-то летом с Еленой Николаевной мы решили, так сказать, настолько мы прониклись этой работой, что мы решили сходить на кладбище к Анатолию Андреевичу, да, и вот почтить его память таким образом. Когда мы спросили у Валентины Ивановны, где же он похоронен, она сказала, вы знаете, Ивановское кладбище, вот так вот, говорит, памятник Бажову, а он, говорит, вот там. Такие, хорошо, ну, точнее она, к сожалению, сказать не смогла. Летний день, выходной,
мы с Леной договорились, встретились у Ивановского кладбища. Я говорю, ага, вот памятник Бажову, пошли за него. Там страшные заросли, на самом деле. Все, мы через это все продираемся. На какой-то могиле, значит, мужчины определенного такого вида с алкогольными напитками сидят, с нами очень вежливо поздоровались. Вот такие, хорошо, и вам добрый день. Вот, и мы идем, и... Ну как, вот на каждую мы памятник мы оборачиваемся, мы не знаем на самом деле, мы уже думали идти к выходу. Мы нашли могилу Константина Бабыкина, нашего известного архитектора, и тут я разворачиваюсь и говорю, о, Лен Грахов. То есть мы до него вот так вот дошли. И когда мы посмотрели, оказалось, что мы пришли в его день рождения. Можно считать это совпадением, я это совпадением не считаю, на самом деле я думаю, что он нас просто к себе привел и сказал, девчонки, вы делаете правильное дело. Ну, думаю, что он мог так сказать, что вы делаете все правильно, вы молодцы. Продолжайте. То есть вот так вот получилось, что мы сходили к нему на кладбище в его же день рождения. Там же сейчас похоронена Валентина Ивановна, и думаю, что мы... Думаю, что да, нужно будет тоже сходить, почтить память, потому что... Ну, для меня и вообще для нашего архива в целом фонд Анатолия Грахова — это один из главных фондов, я считаю, что вот так вот. Да, я не отрицаю, что у нас есть и документы райкомов, горкома, обкома, они тоже важны. Но именно вот эти вот фотографии, когда у нас больше, практически 10 тысяч сейчас негативов, фотографий, которые именно описаны, и сколько еще у нас не описано. То есть это способ такой познакомить людей с тем, что было до них. Потому что многие приходят, и вот у них сейчас только есть, да, там 2023 год, 300 лет Екатеринбургу, 100 лет Грахову, да, ну вот так вот они живут. А мы показываем то, что было до них. То, что помнят, возможно, их родители, возможно, их бабушки и дедушки. И то, что вы должны тоже увидеть, тоже вы должны запомнить. Очень много у него следа врачей серии прямо. А, насколько я помню, он еще работал в 40-й больнице. Там для газеты снимал. Тоже кадр интересный, кадр не подписанный, но мы видим слово «дробилки», мы видим какие-то формулы, возможно, это инженер. Я его написала как инженер. Для меня это так. Это, скорее всего, кадр с его выставок. Он очень много проводил личных выставок, он любил. То есть каждому юбилею города он старался показать свое творчество. И, скорее всего, вот этот кадр — это как раз с его выставки. Да, то есть мы видим, что, ну, скорее всего, это мама и дочь. Вот они пришли на выставку, вот они вот смотрят. То есть он и свой кадр показал. То есть он через свою фотографию еще и показал свой кадр. Тоже отличный кадр, мне он очень нравится. То есть он хватил такой момент, что, возможно, вот они едут, либо это какой-то творческий коллектив, да, возможно, они едут с какого-то выступления, вот они устали, вот они спят в автобусе. Все, что с нами, это нас с нами тоже происходило. А вот таких вот снимков, вот эти вот фотоэтюды, которые я показываю, пожалуйста, да. То есть, казалось бы, здесь нету сложной какой-то композиции. Но чтобы вот так вот сфотографировать, вот так вот свет поставить, вот так вот увидеть, нужно обладать все-таки талантом. Тоже, казалось бы, очень простая композиция. Но почему-то она цепляет взгляд, и начинаешь ее рассматривать. Фототехника. Кстати, очень всегда такой интересный момент, что фотографы очень мало кто фотографирует. То есть мы вот когда ходим на мероприятия, в том числе мы занимаемся фотосъемкой в ходе нашей работы, расходим на различные мероприятия, фотографов очень мало фотографируют. И когда мы видим вот эти вот, то есть та техника, с которой он работал, это очень ценно, потому что не снимают нас. Ну, то есть, да, мы себя, вот мы фиксируем всю историю, а нас не снимают. Ну, вот поэтому... Вот это уже ближе к 80, это уже ближе к 90-м, да. То есть тоже вот так вот мы погружаемся в эту фотографию, уходим вот туда, вот начинаем смотреть на этих людей, как они одеты, как они себя ведут, возможно, куда они идут и какие у них мысли. Тоже интересный кадр, то есть мы тут начинаем смотреть. Скорее всего, это уже тоже 80-е, ближе к 90-м, потому что тогда очень стало модным закаливание. И, скорее всего, этот мужчина очень проникся этой темой и решил тоже, что он будет в ней участвовать, он будет закаливаться. Вот этот вот кадр тоже мне очень нравится. Анатолий Андреевич был за границей, то есть, скорее всего, это заграничный кадр, это католическая церковь, сразу видно, что не православный храм, не наш. И даже в своих заграничных поездках он не расставался с фотоаппаратом, то есть он всегда снимал, всегда был. Да, и вот мы видим, да, эту пожилую женщину, которая, скорее всего, прожила очень многое. Ну, вот она не отказалась от своей веры, наверное, для нее это ценно и для нас тоже. Отличный кадр. Тоже думаю, что это студент, причем художественного факультета. Видимо, он делал курсовую или что, и уснул. Да? То есть вот тоже, вот оно, надо уметь вот так вот поймать человека.
Моя любимая вообще тема у Анатолия Андреевича — это строители, строительство вообще, в принципе, не только Свердловского, он ездил по всей области. Понятно, что да, он снимал, да, и вот строители — это прям мое, обожаю просто действительно эти все кадры. Вот. То есть он умел показать человека труда так, что ты заражался этим, возможно, там, посмотрев некоторые кадры, хочешь, я хочу вот так же. Я хочу, как вот эта девушка-каменщица, я хочу, как вот... Это монтажник, потому что монтажный поезд у него, да? Сейчас такие уже не используют, но раньше такое было. Вот этот кадр очень классный просто. Но вы посмотрите, насколько он действительно современный и стильный. То есть сейчас можно было бы вот это просто в Инстаграм. Это ну, море лайков бы собрало. Я вам серьезно говорю, да? То есть, ну, вот оно. То есть талант человека в том, что он во все времена может быть. И, то есть мы, открывая вот эту фотографию, такие вот, если бы я мне сказала, что это Анатолий Андреевич Грахов, фотомастер и так далее, я просто бы выложила там. Да, и еще черно-белое сейчас же очень модно делать, ЧБ-стиль, да? Вот, то есть я бы это выложила, и это бы вот, ну, просто очень круто было. Вот все. То есть вот он, и то есть человека найти в очках и сфоткать у него, увидеть вот это вот отражение стройки, то есть это тоже стройка. И люди, да, там они в красный флаг ставят, но мы это ничего не видим. Вот. Но, тем не менее, супер кадр. Тоже своих коллег он любил, кстати, подловить и сфотографировать за работой. Тоже одно из... Мой любимый тоже один из любимых кадров. Ладно, не буду говорить, самый любимый, наверное, у меня до сих пор нет. Вот, то есть... В цеху работать очень сложно. Он выходил на действующее предприятие, его допускали, в принципе, везде. Он мог сфотографировать разливку стали, есть у нас такие кадры, да, это достаточно опасное производство. Его пускали везде. То есть он мог пройти везде. Настолько он был, по рассказам, конечно, я знаю, настолько он был обаятельным, что, в принципе, его пускали везде. То есть, да, такие, да, вот сними в этом горячем цеху, то есть это, скорее всего, сварщик, у него вот эта вот маска, да, но тем не менее, пустим тебя, поработай, запечатли. К сожалению, да, мы не знаем фамилии, мы не знаем фамилия, отчество на каком-то вот предприятии было, но, тем не менее, человек остался в истории. Очень интересная вот эта вот история с фотографией, да, то есть мы видим вот фотографию женщины, наверное, она учительница, ну, мы так вот предполагаем, а может быть, она вот, ну, может быть, она в ГРАНО работала или где-то, да. Очень часто Анатолий Андреевич фотографии свои подписывал. То есть я беру эту фотографию, переворачиваю, читаю. Не думал, что такая красивая женщина может быть такой стервозной, упрямой, злой и неблагодарной. Оставляю вам эту фотографию, надеюсь, что только могила может исправить этого человека. Вот. Я так переворачиваю обратно фотографию, думаю, а что же там за история? Ну, к сожалению, вот сейчас вот спросить уже не у кого, да? Но вот такие вот тоже интересные вещи у нас попадаются. То есть, а что же женщина ему сделала? Уже большой вопрос. Но тем не менее, да, вот я ее верну, да, ну вот женщина была с характером. Ну а что же там была за история, это вот осталось такой, знаете, немного загадкой архивной. Возможно, где-то потом найдется у нас какая-то или где-то всплывет история, может быть, кто-то расскажет, придет, может, где-то мы найдем в бумаге, в документах, возможно. Но пока мы не знаем, пока для нас она осталась вот такой вот упрямой, злой и неблагодарной. Это уже мы подходим к концу. У Анатолия Андреевича были не только черно-белые фотографии, у него очень хороший фонд, такой массив диапозитива, они цветные, они выглядят вот так вот, вот такие вот лирические снимки, он, кстати, очень любил пейзажи. И пейзажи мы делим обычно по временам года, их очень хорошо и легко описывать, там весенний лес, там березовые рощи и так далее, я прямо очень отдыхаю на них и глазами, и соответственно, мозгами. Вот сам Анатолий Андреевич во время работы. Видите, вот он, у него, кстати, очень много фотографий, где он улыбается, смеется, то есть он достаточно был такой прям веселый человек, и в его работе это помогало, то есть он всегда к себе людей располагал. Вот, то есть вот этим вот портретом, я думаю, что мы завершаем немного, да, нашу вот такую вот лирику и систематизацию. Что бы я хотела сказать? Во-первых, еще раз поблагодарить, что вы пришли. Надеюсь, что вот такой мой краткий экскурс в эту историю, в историю фотографа, в историю нашего города, вам поможет взглянуть по-другому. То есть вы сейчас, когда выйдете на улицу, вы взглянете на город, то есть вы увидите Рубин, вы увидите здание администрации нашего города, да? Вы увидите людей, которые пройдут мимо. И вот после вот этих вот фотографий, я думаю, что вы немного на мир посмотрите по-другому. И когда вы будете фотографировать,
Вы, наверное, вспомните, Анатолий Андреевич вот видел кадр вот так вот, да, а попробую-ка я вот так вот снять, да. То есть вы к фотографиям будете относиться по-другому. И свой семейный архив, когда вы придете и посмотрите, вы тоже увидите по-другому его. Вот. Думаю, что Анатолий Андреевич на самом деле был бы рад присутствовать здесь, видеть, что его творчество живет, что оно до сих пор с нами. Со своей стороны, ну, видите, 300 тысяч фотографий, наверное, это мне на лет на 100 будет. Ну, то есть, видите, я, ну, всю жизнь, вот я проведу, если в архиве, конечно, всю жизнь свою в архиве, вот так вот скажем, да, я проведу с творчеством Анатолия Андреевича. На самом деле, я этому очень рада. Я рада, что когда я сюда пришла в архив, мне дали этот фонд и сказали, теперь это твое. Твое, разбирай его. Живи с этим наследием. Я очень рада, что в этом году имя Анатолия Андреевича оно звучало везде. То есть, и когда мы выкапывали капсулу времени, если кто-то там был, да, то есть мы понимали эту связь времен. И я очень рада, что коллеги ко мне обратились. На самом деле им огромное спасибо, что и за этот выставочный проект, и за то, что они пришли к нам и увидели нашу работу. Поэтому любите фотографию, любите творчество. Всем спасибо. Есть ли какие-то вопросы у кого-то? Возможно, да. Немножечко подключусь обратно. Да, я с удовольствием передаю микрофон всем, кому захочется задать вопрос. Возможно, он будет про творчество. Возможно. Может быть, про творчество вашей прекрасной Ольги, потому что эта работа, клянусь вам, тоже творчество. И любить, это фактически любить этого человека, любить такую скрупулезную работу, правда. Это заслуживает большого уважения. Возможно, будут вопросы по этому поводу или просто по хранению, например, фонда. Фонда, да. Фонда, начиная, например, с сегодняшнего дня и навсегда в своей семье. У меня будет первый вопрос. Вот мы говорим и продолжим говорить. Мы, правда, действительно фанаты творчества Анатолия Андреевича и говорим о нем исключительно комплиментарно. Но вот у меня, как у человека иногда тоже с фотоаппаратом, вдруг совершенно неожиданный вопрос возник. А есть какая-то фотография вот, в твоей, Оле, работе, его фотография, которая поразила или, может быть, напугала, то есть вот, дала какую-то другую оценку, там, не знаю, другую эмоцию, не положительную, а может быть, какую-то драматическую или запомнилась своим каким-нибудь какой-то красноречивой правдой. В общем, что-то, что кольнуло или триггернуло, как сейчас можно говорить, в обратную сторону, например, так. Да, на самом деле был такой кадр, его здесь нет. Понятно, я его не взяла, потому что он совсем лиричный. Там был такой кадр, там был человеческий череп, он лежал на берегу водоема. То есть был вот такой вот, он у нас, по-моему, описанный лежит. И на самом деле, когда ты смотришь вот эту вот лирику, тебе хорошо, и у тебя вот так вот выстояли вот этот вот кадр. Ну, это на самом деле, да, так немного меня шокировало и вернуло обратно из вот какого-то мира, наверное, лирического такого и хорошего. Да, такое было. Но я понимаю, что он был фотографом, и он снимал не только хорошие стороны жизни. Это нормально. Для специалиста, тем более такого уровня, потому что ТАСС — это высший. Вот человек был просто высший специалист, высший класс. Да, был вот, именно вот этот вот кадр, да, он меня вот так вот немного приземлил. Такое было. Тогда сразу вопрос, можно, наверное, без микрофона. Uh-huh. А к нему было какое-то описание или какая-то датировка? Может быть, вот он был как раз корреспондентом, участвовал, там, не знаю, в обнаружении, там, не знаю, может, это утопленник? На самом деле подписано не было, к сожалению. То есть не было. Ответить, да. Может быть. Вот дело в том, что он составлял сам собственные фотоальбомы. Да. Вот они у нас представлены, но там ниже, uh-huh. Да, их листать нельзя. И вот там есть один фотоальбом, посвященный войне. И вот эта фотография, вот к нему тоже. Ну вот, скорее всего, она, да. Где вот подобная, вот, да, одноногий человек, uh-huh. Еще вот на пляже тоже раздетый человек вот после ранений. Вот они как-то объединены. Так что вот это может быть... Возможно. То есть, да, возможно, оно вот оттуда. Потому да. Что война, она его... Она с ним была... Да. Согласна. Ну, и он как человек, переживший, прошедший, угу. Конечно, это все понимал изнутри. То есть это такая его, может быть, личная история, которую он позже воплощал через свои фото. Я не знала, что она у вас хранится. На самом деле, смотрите, так как он очень много снимал, у нас очень много дублей есть. То есть дубли — это одни и те же фотографии. И то, что они хранятся в разных местах, то есть у нас музей истории, краеведческий музей, да, у нас есть вот эта вот работа, когда у нас, да, дублетность есть. То есть это на самом деле не страшно, это на самом деле абсолютно нормальная история. Вот. То есть возможно, да, возможно, это какая-то была военная, возможно, что-то его там зацепило. Такое тоже бывает. И у меня оказывается в процессе несколько вопросов.
они подкопились. Так. Тогда еще такой, а приходят, ну, есть исследователи, да, есть научные работники, коллеги по цеху, а просто люди, например, приходят, интересуясь этим лично для того, чтобы поработать с архивом, и можно ли им так приходить? Ну, например, с архивом Анатолия Андреевича. Конечно, на самом деле люди... Ну, когда работаешь с фотографиями, то есть я не работаю в читальном зале, то есть я не сотрудник читального зала, я практикующий, так сказать, начальник отдела, практикующий специалист, и я иногда вот прихожу просто в читальный зал, спрашиваю, а кто-то брал описи, которые я делаю? И мне говорят, да. На самом деле есть люди, я знаю, которые приходят и такие вот к сотруднику читального зала и спрашивают, а что нового есть из Грахова? То есть у нас действительно есть такой фан-клуб, видимо, Грахова, да, он существует, и они ходят специально посмотреть его фотографии. К нам попасть на самом деле можно. Мы работаем, я уже повторю, с понедельника по пятницу. У нас есть сайт, то есть если вы прям вобьете там в Google где-то «Парт-архив Пушкина 22», вы найдете наш сайт, у нас все там написано. Да, вы можете к нам прийти в рабочие часы, поработать, заполнить анкету небольшую с паспортом обязательно, да, и вам дадут описи, вы с ними поработаете. Негативы у нас все оцифрованы, то есть у нас есть скан-копии, вам выдадут диск, и вы на них посмотрите. Чаще всего, зная, что я вот такой специалист по Грахову, мне иногда просто люди приходят, там тема, например, общественный транспорт Екатеринбурга или Свердловска. Я говорю, да, есть вот такие-то кадры, то есть на самом деле я очень много запоминаю, помню кадров просто зрительно даже, да. Я запоминаю, говорю, вот такие-то номера вы можете посмотреть, возможно, вас заинтересуют трамвай, троллейбус, автомобили, автобусы, все у нас есть. Вот, поэтому, да, люди к нам приходят, тоже всех... Еще на сайте, если кто-то хочет вот на сайте посмотреть, мы делали выставку к столетию Грахова электронную, поэтому можете ее полистать. Заходите на сайт, «Мастер остановленных мгновений» она у нас называется, полистаете, посмотрите по районам, пожалуйста. Спасибо большое. Я сейчас еще подумала, что если есть у творчества Андрея Андреевича текущие, действующие фанаты, которые планируют продолжать, то это отличный. Ну, то есть обычно мы знаем художников, фотографов, людей, которые уже в истории, и их творчество как изученное. И ты, в общем, просто и наслаждаешься, и углубляешься. А здесь еще обновляется материал, постоянно. И можно продолжать его обожать и следить за обновлениями, что называется. У кого-то, может быть, есть еще вопросы, я с удовольствием передам микрофон уточнение. Ну вот я хотел вот дополнить, может быть, немножко. Моя фамилия Фомина, зовут меня Станислав, не знаю, кто я. Вот, тут следует сказать, что 300 тысяч фотографий – это не так много для фотографа, скажем так. Потому что, ну, я на сниму, где-то, ну, бывает, под 150 тысяч за год. Ну, вы, наверное, тоже не меньше. Ну да. Вот, и следует сказать, что этих фотографий могло бы быть больше. Вот многие не касаются той темы, что вот в те далекие советские времена, когда снимали еще на черно-белую пленку, вот пленка была лимитированная, она стоила определенных денег. И в стране была жесткая экономия, связанная с серебром. То есть вот ту пленку, которая в определенном ограниченном количестве выдавалась на руки фотографа, ее требовали сдавать, чтобы потом ее сжечь, переработать и получить серебро, а серебро уже сдать на повторную обработку. Mm-hmm. То же самое делали и с фиксажными осадками, то есть они тоже содержали серебро. И на каждое учреждение, в зависимости от количества выданной пленки, выдавалась норма по сдаче вот этих вот серебросодержащих отходов. И фотографий этих могло бы быть гораздо больше. Значит, кто работал в прессе? Это связано с чем? Вот фотограф, выдали ему там 5 там рулончиков, но ее вообще выдавали, бывало, что большими рулонами, и фотографы сами резали, и вот в эти вот кассеты забивали, и сами заправляли, но все равно норматив по сдаче был. Вот, и вот он, допустим, идет на какую-то съемку, вот ему, значит, ставят задание, вот ты пойди на завод, поснимай там вот дальнолитейной какой-нибудь цех или что-то, он наснимывает, допустим, кадров 50 или 100. Соответственно, в разных типографиях, в разных средствах массовой информации либо обрабатывали фотографы сами, либо, если крупное было, значит, агентство информационное или газета, там был специальный работник, который занимался проявкой пленки. Потом вот эту пленку, значит, проявили, потом делают пробные печати. И с этими с кадрами, которые напечатаны уже фотографии, идут редакторы.
или к выпускающему редактору, или к кому-то еще, потому что газетная площадь, она ограничена имеет. Вот, ну, то есть из тех 100 фотографий, которые были сняты, значит, в журнал или в газету идет, ну, максимум 5. То есть вот из 100, что вот он снял, в дело идет 5. На усмотрение редактора, к примеру, или лица, который эти фотографии выбирает. Как он считает, что вот он как видит, он считает, что вот это хорошая фотография, а это плохая фотография. Ну и все, фотографию сдали, спустили в печать, все, пленку сдали, смотрели. И очень много таким образом пропадало фотографий, чисто вот все зависело от того лица, которое отбирали, что у нас находило. Вот, кое-что можно, вот, допустим, по этим фотографиям найти в плане того, что где он печатался, там какие-то, может быть, его репортажи с указанием ссылки на что-то, что фотограф. Вот, это вот один вот такой вопрос, почему у нас осталось мало фотографий черно-белых. Ну и сама технология печати, вот вы правильно сказали, это довольно-таки сложно было в те времена. Это и пленка, это и фиксаж, это и печать, и это в туалете печатаешь, в темноте увеличить унитаз ставишь, значит это темно, это глинцевать, это непредсказуемый результат. То есть вот сама сложность вот этого проведения вот этих вот всех обработочных мероприятий, она очень, допустим, была сложная. И дело в том, что фотографы мы, конечно, говорим, да, это люди хорошие, вот они молодцы, они знают, они там везде бывают, но они ленивые. Они не пишут описание, где, что, как. Это для него такая же рутинная работа. Вот он пошел, снял, материал сдал, забыл, и вот у него это все. Вот. Сколько я общаюсь тоже с фотографами, вот у нас Казаков есть, может, вы знаете, я его как-то приводил в наш архив Свердловской области, говорю, давай. Вот, Вань, ты знаешь, я, вот у меня была тетрадь, я у нее все записывал, я тетрадь потерял, я сейчас не знаю, что, и сам еще не понял, и это вот общая вот беда, это вот, вот. И, то есть память, она. В принципе, все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.